Временная опора для поддержки лопнувшей балки моста установлена на Минской кольцевой. Это сделано для того, чтобы не было обрушения. В эти минуты в Мингорисполкоме обсуждают дальнейший план действий. А пока работники горавтомоста демонтируют перекрывающее ограждение. Напомню, накануне в районе Игуменского тракта произошел провал проезжей части дороги в третьей полосе движения внутреннего кольца. В данный момент движение организовано по внешнему кольцу. Общественный транспорт теперь следует в объезд Лошицы. С изменениями можно подробнее ознакомиться на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь».